В холле Бобруйской арены те, кто на своих плечах поднимал местный хоккей. Зародилась команда в середине 50-х 20 века. Были у нее как взлеты, так и падения. Победы на чемпионатах БССР, развал Советского Союза и возрождение ледовой дружины лишь в 2008-м. Более 40 снимков спортивного корреспондента Владимира Трамбицкого словно переносят в прошлое. История очень важна, потому что молодому поколению надо учиться на примеры кого-то. Я сам понимаю, всегда у меня кумиры были, ходили, смотрели их, пытались подражать. Поэтому нынешняя молодежь должна знать историю для того, чтобы совершенствовать и свое мастерство. Среди посетителей выставки – ветераны бобруйского хоккея и молодая гвардия. Одни ностальгируют по золотым временам, другие смотрят, как это было. Вспоминаю, что старое, сколько работы. Сами заливали площадку эти, в зале. На ночь приходим, бочку воды, на саночках, коврик, и пошли. Пацаны передохнули в зале, в борцовском, на матах, и заливаем. Все это было интерес, желание, страсть. Весьма символично, в этот день хоккейный клуб «Бобруйск-2» принимал одноклубников из Бреста. На глазах молодых болельщиков и заслуженных мастеров у «Бобров» не было права на осечку. При равной игре в стартовом периоде первым открыть счет удалось гостям. Это было последнее результативное действие, на которое сподобился Брест этим вечером. Дальше забивали только хозяева. Сначала на экваторе второй 20-минутки отличился Городников, а за минуту до финальной сирены Рыжкович поставил жирную точку. 2-1. Победа бобруйской дружины. Максим Кемель, Владимир Гребеневич, Бобруйск 360.